Первый открытый интеллектуальный турнир «Битва пытливых умов» прошел на площадке культурно-досугового центра «Молодежный». В зале собралось более 50 школьников, участников конкурса. Ребята отвечали на вопросы из разных областей – истории, математики, логики, искусства, русского языка и литературы. Отгадывали фильмы, современные музыкальные хиты, собирали оригами и играли в конкурсы на память. Победу одержала сборная команда учеников школ. Мероприятие в рамках реализации проекта «Старший брат» поддержали активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» и местные молодогвардейцы.